Не сдавай ЕГЭ по биологии ни в коем случае. Всем привет, меня зовут Мирослава Леви, я готовлю ребят к ЕГЭ по биологии в онлайн-школе Webium. Давайте разбираться, почему нельзя сдавать ЕГЭ по биологии, кому оно нужно, кому оно не нужно, вот и вообще с чем его едят. Наверное, первое, самое важное, ЕГЭ по биологии считается самым сложным экзаменом из всех. Почему? Вообще на это есть объективные причины, как минимум это средний балл, да, тех людей, которые сдают. Обычно он не превышает 51 балла, но в основном в ЕГЭ по биологии самый низкий средний балл из всех остальных предметов. Пункт 2. Это то, что каждый год у нас меняют экзамен. Его усложняют, добавляют больше материала, а точнее добавляют задания, в которых нужно больше думать, да, они больше похожи на какие-то олимпиадные задания, где нам дают какую-то, например, информацию, и мы должны эту информацию обдумать, проанализировать и вот этот анализ выкатить, что часто делают олимпиадники. Поэтому, если вы не готовы изучать, погружаться чуть-чуть в вузовскую, чуть-чуть в олимпиадную биологию, а просто хотите сдать ЕГЭ чисто на школьных знаниях, к сожалению, у вас это не получится. Третий пункт. В ЕГЭ по биологии сложнее всего получить сотку. Да, сотка баллов в ЕГЭ по биологии – это тот high level, которые могут получить, во-первых, суперумняши, во-вторых, везунчики. Им должен попасться тот вариант и те эксперты, которые поставят ему полный балл. В ЕГЭ по биологии самый маленький процент 100-бальников, обычно их от 50 до 70 из 150 тысяч человек по всей России. Это очень-очень-очень-очень мало. Пункт номер 4. Для ЕГЭ по биологии нету стандартных базовых учебников для подготовки. Если вы хотите готовиться самостоятельно, взять 10 учебников, просматривать разные темы в этих учебниках, просматривать какую-то дополнительную информацию в интернете, то есть вам нужно будет провести большой ресерч, большую методическую работу для того, чтобы все-все-все темы хорошо пройти. Именно поэтому мы у нас в онлайн-школе в скриптах, в конспектах, в методичках собираем из самых крутых, самых классных учебников всю-всю-всю информацию, которая пригодится тебе на экзамене. Если ты не хочешь проводить эту большую методическую работу, не хочешь вот этим всем заниматься и тратить огромное количество времени на это, то ты можешь просто записаться по ссылочке в описании и быть уверенным в том, что ты пройдешь точно все темы, которые будут необходимы тебе на экзамене. Пункт номер 5. Это то, что составители экзамена, каждый раз, когда его меняют, напрямую нам об этом не говорят, что тут появится новый тип задач, какая-то новая тема появится, они нам вкидывают сливы, вкидывают вбросы, слухи, то есть не могут нормально сказать о том, что вот, будет эта тема, будут эти задачи, да, вот такой вот новый тип задачи появится, нам нужно какими-то обходными путями куда-то идти. Поэтому если вы обычный школьник, найти эту информацию будет тяжеловато. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, я буду все, что есть, все, что надо, туда скидывать. Да, то есть обычному школьнику пройти этот весь путь, найти это все обходными путями очень тяжело. Именно поэтому у нас есть огромное сообщество учителей по биологии. Наверное, самое большое сообщество, если сравнивать с другими предметами, потому что мы вместе пытаемся понять все это и дать вам ту информацию, даже для тех, кто ничего не знает, не знает, где что искать, чтобы эта информация была для вас доступна. Если вы готовы все это перебороть, если вы любите биологию, если вы хотите поступить на специальность, которой нужна биология, то вы очень-очень смелый и крутой человек. Я вас очень сильно уважаю и ценю. Таких людей нам нужно побольше.
Желаю вам большой удачи, крепкого ментального здоровья на этом вашем пути. А если вы не хотите тратить ваши нервные клетки, переходите по ссылочке в описании, записывайтесь на мой курс, да, где мы с методистами все вам расскажем, все покажем. Вот. Ну и обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях, какой из пунктов показался вам самым пугающим. Вот. Ну и мы встретимся с вами уже в новом видео. Всем пока-пока!